Бери то, что овец взял. Окей. Пойду карты открою. А потом возьму. Не, самый лучший человек это овец Мергелян. Вот знаете, ребят, что я даун. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня данный видеоролик пойдет, конечно же, по нашему любимейшему аккаунту Тимпи Армии. Здесь мы сегодня приобретем новое нагибаторское имбовое устройство на рельсу, и спустя полгода мы затестим еще раз данное устройство, только это уже будет мульт. Движение хорошее происходит у нас на данном аккаунте. Все, кто следит, все, кто приходит на стримы, все, кто смотрит вообще все эти движения, то видят, что уже 400 звезд у нас на данном аккаунте набилось. Что касаемо Хори Рельса, то здесь у нас уже по прокачкам тоже все близится именно к завершению своему логическому. По 7 шагов будет, даже будет по 8 шагов у нас после сегодняшнего дня прокачано данное вооружение на именно таки Хори Рельсе. Ну а сегодня мы просто приобретем супер нагибаторское устройство на рельсу, а именно таки дестабилизацию снаряда на данный аккаунт, потому что до сих пор я его здесь не покупал, потратили тут, ну вообще копейки, 38 тысяч кристаллов, это вообще, ну, для данного аккаунта это просто понты, и поэтому сейчас мы пикаемся в каточку, затестиваем все это движение и смотрим, нагибает ли данное устройство прямо-таки сейчас. Я, честно говоря, не знаю, насколько сейчас оно вообще, в принципе, актуально. Вместе с вами мы сейчас все это дело, конечно же, протестируем. Если оно будет супер круто, зверски нагибать, то обязательно, и вот, ребят, если у вас есть какие-то сомнения, не покупать, что лучше, какое лучше устройство на рельсу, то я думаю, что здесь должен выбор просто останавливаться именно-таки на данном устройстве. Даже с теми моментами, когда его пытаются подфиксить, сначала, вернее, апнуть, потом подфиксить. Оно все равно должно нагибать, и вот, как вы видите, прямо сейчас я без ДДшки нанес 1200 урона с рельсой, плюс еще недокачанный ДМ3. Это довольно-таки грамотный урон вообще по отношению именно к данному вооружению. Я считаю, что есть карты, где данная рельса просто жизненно будет мне необходима, и я на ней спокойно смогу играть и нагибать. Офигеть, просто жесть. Вчера я заходил именно-таки поиграть на моей хоре рельсе в определенные катки на данном именно-таки аккаунте без устройства, без дестабилизации снаряда. И знаете, как я был, ребята, огорчен, когда ты реально не можешь ваншотнуть просто никого. Ну, просто никого ты не можешь ваншотнуть. Ты наносишь там, грубо говоря, по танку, который имеет ДАшку, там 800-900 урона. Больше у тебя просто, ну, никак не летит. А что касаемо дестабилизации снаряда, то сейчас с тем шансом, то, что максимальный урон повышен на 70%, очень большая частота вероятности того, что вы можете ваншотить все эти хорьки, васпики, М2, ну и плюс викинги, которые явно здесь будут недокачанные у ребят, и спокойнейшим образом вы можете доминировать на данном вооружении. И я более чем уверен, что даже с данной хоре рельсой можно просто на изикатке забирать топчики именно такие с матчмейкинга, забирать по 6 звезд и вообще ни в чем себе не отказывать. Поэтому давайте, дабы развеять все эти мифы, сейчас нам надо в данной катке получить именно такие 6 звезд. Сейчас мы, в принципе, плаваем где-то на третьем месте, пока не совсем я еще начал играть, больше разговариваю, но сейчас начнем как-нибудь серьезнее постреливать, и я думаю, что должно получаться все в данном русле очень-таки даже замечательно, при том, что я вижу, что здесь тоже в данной катке играет парень на рельсе. Только не понимаю, какое у него устройство. Похоже, у него какое-то устройство именно-таки на быструю перезарядку, потому что очень быстро у него рельса перезаряжается. Может, какой-то даже чит, я не знаю. Скаут у него на капитане может ли быть? Ребята, пишите по этому поводу вообще в комментарии, потому что, ну, явно у него что-то рельса очень быстро стреляет. И это явно никакая не дестабилизация снаряда. Здесь явно должен быть этот скаут, который дает быструю перезарядку на данное вооружение. Но все равно,
куда бы мы ни смотрели, что бы мы ни думали, я всегда буду придерживаться данного именно таки устройства на рельсу, и пока я серьезно не видел лучшего устройства на нее. Есть всякие просто там мегапростреловые устройства на рельсу, но все это сводится к тому, что все равно один одиночный выстрел при дестабилизации снаряда, если еще у вас есть бустер, так это вообще просто офигенно большой урон, и даже если против будет играть условно там резист, от вас 50%, он все равно не сможет ничего сделать, вы спокойно можете его нагибулить. И даже вот такой вот парниша, который сейчас катается с резистом 26%, по сути, для вашего бустера не будет вообще никакой особой преграды, и спокойно вы сможете его нагибать. Каточку мы выиграем, 3 минуты у нас остается до конца, но по опыту здесь у меня явно имеются какие-то проблемы. Я думаю, что сейчас стоит будет именно-таки отправляться на респ к противнику, потому что, ну, как-то явно опыт не ожидается набираться как-то сам по себе. Он явно говорит мне, что я должен какие-то делать прям определенно годные движения, при том, что еще громы меня постоянно фокусят. Явно здесь не будет легких 6 звезд. Но если мы сейчас выигрываем эту каточку, в принципе, пару захватиков мне еще надо сделать. Понятное дело, что до данного первого места я точно не дотянусь, потому что там какая-то супер-мега-крутая имбовая рельса уже явно набирает чересчур много опыта. И вот о чем я вам говорил. 3000 урона с рельсой М2 недокачанной при дестабилизации снаряда. Вы считаете, что это маленький урон? Я считаю, что это вообще отличный урон. Но бывают такие моменты, конечно, когда вылетает 4800, но это бывает очень-таки редко, когда явно урон оставляет желать лучшего. Но как по мне, даже если при всех тех раскладах, когда у вас вылетают уроны, ну, явно такие небольшие, то это за большим исключением, потому что, ну, по большей части именно таки урон превышает все эти средние мерки. И шанс того, что вам будет вылетать именно таки большой урон, намного-таки больше, чем шанс того, что вам будет вылетать, условно говоря, там 500, 300, 400 урона. Все же с данным устройством до сих пор химичат, пытаются что-то переделать, но я все равно рад данным устройствам, все равно рад то, что вообще имеются такие вот устройства довольно-таки интересные в плане нашей рулетки, да, я ее всегда называл рулеткой, потому что, ну, реально, если у вас имеется пушка, на которой вылетает постоянно рандомный урон, то есть у вас может быть как 3000, так и может быть там 200-300, то это круто, потому что бывают моменты, когда против вас становится М3 танк с резистом, и по нему вылетает максималочка. То есть он даже сам не ожидает того, что вы можете просто взять и его отреспить. Вот условный вот этот диктатор, да. Если сейчас по нему, ну, все равно вылетает мало, да, урон, но мог быть такой определенный момент, когда по нему просто вылетает там, ну, 1500-2000. Хотя, к слову, если честно, что-то с этим устройством явно нахимичили, потому что не так много большого урона вылетает, я вам скажу. То есть есть моменты, когда рельса дает там по 2-3 тысячи, но если сравнивать, например, данное устройство с вот условным тем тестом, который я делал уже чуть ли не полгода назад, то, как по мне, больших вот этих вот вылетов урона было больше, при том, что, в принципе, максималочка именно таки данного устройства была меньше. А сейчас у нас 70% к максимальному урону именно таки данное устройство имеет, но, возможно, это зависит от какой-то модификации, либо же реально сейчас сделали какой-то меньший шанс на максимальный урон, потому что, ну, вылетает чаще всего где-то около 1000, бывает там 1200-1300, но чтобы там по 2500 вылетало, что-то как-то так особо аппетитно нагибаторски не летит, и, блин, чуть-чуть как бы не дотягиваю, да, 5 опыта не дотягиваю именно таки до первого места. Возможно, давайте попробуем пикнуться еще в каточку, потому что все же меня запикнуло сейчас в катку к большим, наверное, званиям, не к званиям, которые меньше меня, ну вот сейчас примерный баланс у нас по званиям имеется, против как раз залетает тот парниша с той самой нагибаторской рельсой. Ну и вот здесь вот я думаю, что можно было бы спокойно пообозревать именно таки данное устройство и посмотреть. 3300 первый урон, но это явно был парень без ДАшки, это значит, что там 1700 урона почти что-таки вылетело, это неплохо, это довольно-таки здраво, аппетитно нагибаторски для данного вооружения, при том, что бывают реально рандомные катки, когда хочется поиграть на хоре рельсе, поэтому я уже жажду, когда я смогу спокойно без именно таки ускорений докачать данное вооружение себе на данном аккаунте, и мы спокойно сможем вместе с вами нагибулить, играть на стримах на хоре рельсе, да, на стримах именно в матчмейкинге, играть просто спокойнейшим образом на хоре рельсе, я думаю, что вам будет интересно вообще на все это дело, конечно же, смотреть, потому что вы знаете, что я
ну, не явный такой фанат и любитель именно таки данного вооружения, но бывают моменты, когда хочется повеселиться, когда хочется именно таки поиграть на нем. Что-то меня как-то явно быстро мой молот данный отправил на респ. Я уже ожидал, что я сейчас ему раздам хорошую такую плюшечку по голове, но явно что-то здесь пошло не так и не получилось данное аппетитно нагибаторское движение. Но давайте все же отправимся на респ именно к противнику и попробуем там немножко понабирать опыт, пофокусить. Потому что, ну, явно сейчас данная рейса ожидает желать лучшего, и есть моменты, когда... Что-то мне не особо она таки нравится, поэтому давайте сейчас постоим где-нибудь вот прямо-таки здесь. 2000 урона вылетает по парню, который имел прямо-таки сейчас резист. Еще 2300, неплохо. Но это все без ДАшки, это значит, что где-то по 1000, по 1200, по 1100 урона вылетает. Ну, не сказать, что плохо, не сказать, что явно плохо, потому что это все же еще рейса М2, которая не докачана. Если ее докачать, то там явно будут определенные плюсы в этом плане. Но этот парень явно играет с устройством на быструю перезарядку рельсы, потому что других у меня, я не знаю, вообще мнений по этому поводу нету. С такой перезарядкой стрелять на простой обычной рельсе явно невозможно. Ну а на капитане уже открывается скаут, это для меня что-то прям явно необычное. Я этого явно не знал, потому что думал, что в принципе на рельсу таких еще нагибаторских устройств нету на таких маленьких званиях. Но оказывается, что именно таки с капитана данное устройство уже открывается и спокойненько парень может на нем нагибать. По сути, мы сейчас данную катку явно будем сливать, хотя, в принципе, отрыв небольшой, и если нам немножко подсейвить данный боёчек, я не знаю, где бы только найти бы эту позицию для именно-таки данного вооружения, дабы меня здесь особо-таки не фокусили, блин, вот сейчас можно было такой микропрострел сделать, и было бы довольно-таки неплохо, но противник тащит, противник явно тащит, и имеются явно у нас какие-то проблемы. Сейчас отличную еще рельсу я вверх-низом даю, сейчас если еще добавить наверх-низ, добавил, но там уже парень улетел в минус. Сейчас опять доставочка, но хорирельсы это явно не то вооружение, на котором я могу блокировать противника и не давать ему ставить именно такие флаги в данном режиме. Поэтому в таких режимах, ну, не совсем актуально данное вооружение. Здесь явно надо находить противника, дабы его фокусить, то есть это либо придерживание позиции на респе противника, то есть, условно говоря, сейчас я должен либо по левому, либо по правому флангу двигаться в направлении именно таких вражеских респов, но никак вообще не стоять у себя на респе, потому что, как правило, именно таки в таких ситуациях вы подвергаетесь большому фокусу противника, когда вы стоите на определенной позиции, не передвигаетесь, ну а когда противник имеет именно, ну, имеет такую не совсем приятную позицию для себя, то есть он еще только-только отреспился, не успел на арку прожать, не успел вообще вдуплить, что происходит, вы так сразу ему начинаете раскидывать этот большой урон, то в принципе оно имеет смысл быть и имеет вообще свои плоды. Сейчас я вижу, что на правом респе там 3 или 4 танка без нарки, еще и на не таком хорошем вооружении, надо бы мне как-то туда добраться, и я думаю, что получится там пофокусить противника. Сейчас я думал, что это, конечно, хорирейсы не наши, а противника, но явно здесь чуть-чуть не получилось. Давайте попробуем здесь какой-нибудь такой вот прострельчик выдать. Хотел я там немножечко в другое место стрельнуть, но явно там бы не получилось. Нифига, мне еще молот сбивает, как последнему днарю. Явно не получается ничего сделать пока что здесь. Остается еще 2,5 минуты до конца. По сути, каточку данную досрочно еще никто завершать не будет. Поэтому у нас, в принципе, небольшие шансы есть еще на именно такие занятия топа в данной катке. Но пока явно меня что-то не устраивает. Не моя игра на данном вооружении. Ну, не сказать, что устройство не нагибает, но я тоже так не могу сказать, потому что это явно не доигрыш моментов именно таки с моей стороны. Возможно, хорирельсы не совсем заходят именно таки на данной карте и на данном режиме. Но все же не будем списывать сейчас все со счетов, давайте просто попробуем понагибать. Но есть какие-то вот такие вот молоты, которые явно меня бесят. Явно они мне не дают делать то, что я хочу на этой карте. Блин, там тоже вверх-низа прострела нету. Чуть-чуть явно не получается сделать то, что я хочу сделать на данной карте. 1,5 минуты до конца остается. И давайте все же попробуем занять ту позицию, которую я все же хотел занять на этой карте. Там уже парень тоже, я смотрю, наш начинает респить противника. 1100 урона вылетает. Ну, не совсем до ваншота там был, конечно, урон. Там еще у нас магнум стоит на респе. Давайте вот сейчас попробуем вот такую сквозную аппетитную рельсу выдать. 2200, хорошо. Сейчас было неплохо явно.
Давайте вот здесь сейчас еще так, еще 2200. Ну, такой небольшой, небольшой стабильный урон, я бы сказал, даже выдается именно таки на данном вооружении. Больше 1000 вылетает, и это, безусловно, это приятно, прекрасно все это дело видеть. 1200, да, отлично, отлично, хороший урон. И вот именно вот про эту позицию я вам и говорил, что именно таки здесь лучше всего стоять. 3000 урона по резисту, вот это супер, вот это была супер рельса. Именно таки вот эту позицию нужно занимать на данном вооружении, если вы играете в АСЛ-очки, вы просто контролите респ, у вас не имеется никаких проблем в занятии данной позиции при всех тех раскладах, то что парни постоянно респятся. И в каком-то случае вы даже за счет этого можете приносить пользу своей команде, но здесь явно не повезло, здесь явно ребята против, да и были нормальные, у нас нету никаких сейверов, ну и, ну не знаю, только последние там пару минут я начал реализовывать ту самую позицию, которую я и задумывал, не давал противник мне ее туда занимать. В общем, что я могу сказать по рельсе? Рельса явно имеет смысл быть, поэтому, ребят, если вы думаете покупать вам рельсу, вернее, покупать устройство на рельсу и вообще покупать данную пушку, если вам она нравится, то, безусловно, ее покупайте, обязательно покупайте на нее дестабилизацию снаряда. На любом звании, на любом вооружении, при тех всех раскладах, то, что у нас сейчас еще имеются в челленджах, хоречек именно таки Legacy, поэтому хори-рельсу можете смело покупать. Я, как вы видите, уже Legacy рельсу себе набил, осталось только набить хорек Legacy, и у меня на мульте данное вооружение будет просто сочный аппетит на нагибатор выглядеть. Покупайте, играйте, развивайтесь, нагибайте. Все же рельса — это, наверное, та пушка, на которой играет очень много людей, и многим она нравится. Ну, не сказать, что я такой фанат данной пушки, когда-то я им явно был, но сейчас явно что-то изменилось. Но устройство реально имеет смысл быть, реально нагибает. Вот такой вот ролик получился. Если он вам понравился, то обязательно не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, прожимать колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Ну и, конечно же, посещайте стримы. Звезды набиваются, вооружения новые появляются. Поэтому всем спасибо. Удачи, ребят. Пока.